Не знам как се съобщават тези неща. Това ще бъде директен. Баща ти почина. Виж! Не искам повече крадени неща вкъщи. Не са? Писна ми от всичко. Искам да си тръгна. Где деньги? Не знам. Если ты еще раз так сделаешь, я тебя убью. 500 по 200. Средно това са 100 хиляди. Врагу бы не пожелал видеть то, что я увидел. Собаки его так порвали. Вообще непонятно, человек ли это. Кому стало чичу? Ну, той полудял напоследок. Знаешь ли, защо майка ти си тръгна? Защото е курва. И ти не си мой син. А ние го видяхме. И аз и баща ми много се притеснили и тичали. Търсили него и така и не намерили. Я тебе питаю, ми з тобою про щось домовлялись? Відповідай за свої слова. Навчись відповідати за свої слова. Постоянно повторял: дерево, дерево. Що це?